смотри, губы красить. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Всем доброе утро. Мы сегодня приехали в Пхукет. Наткнулись на вот такое красивое место. Я не знаю, как это место называется. Сейчас посмотрю по карте. Здесь очень красиво, очень чистая вода. Женя с Сарой уже там успели покупаться сегодня утром. Многие люди здесь купаются с масками, с трубками, занимаются снорклингом. Здесь очень много яхт, катамаранов разных. В берегу есть отели. Это такая что-то типа смотровой площадки здесь. Кошка живет. Вот мы сейчас на горе, а этот пляж называется Януи Бич. Внизу, если спуститься. Если спуститься немного ниже, здесь открывается вид намного круче. И вода прям такая зеленая, зелено-голубая, очень чисто. Я сюда приезжал, вот на это место, 10 лет назад, в 2006 или в 2005 году. И также здесь были вот эти орлы, фотографии с этими орлами. Вот эта смотровая площадка, мы сюда приезжали. Наш отель тоже, вот сейчас я мимо него проезжал, где мы жили. 10 лет прошло, а в Таиланде ничего не поменялось. Туристы как ехали, так и едут. Я думаю, это связано с тем, то, что все равно поколение, новое поколение людей вырастает. Кто здесь никогда не был, хотят сюда приехать, посмотреть. И в любом случае, мне кажется, туристы будут в Таиланд ехать всегда. Может быть, их будет меньше, но они будут сюда ехать всегда. Вообще, Пхукет изменился очень сильно. Построили много отелей, сделали новые дороги и очень много кафе, ресторанов новых. Раньше Пхукет был другим. Вон, видите, остров. Мы брали водный мотоцикл и вокруг этого острова оплывали на водном мотоцикле. Наш отель, который мы забронировали в Пхукете, это тоже такой типа семейный отельчик. Мы взяли делюкс с доступом к бассейну. А, no, it's okay. Thank you very much. Thank you. Вот такой у нас двухкомнатный номер. Здесь кроватка есть с холодильником. Какая еще стрекоза? Вот. Номер очень большой. Привет вам, стрекоза. Привет, привет, приветики. Привет, приветики. Папа, смотри, стрекозка. Здесь душ, душ, туалет. Все очень чисто. Ссылку на этот отель я обязательно оставлю под видео. Вот. То есть мы выходим, здесь у нас шезлонги, такой мини-бар, здесь можно, по-моему, даже самим что-то приготовить, или они готовят, и сразу бассейн, можно купаться. Да, это такая типа кухоньки маленькой, у всех есть, у каждого номера, это небольшой такой семейный отельчик, у каждого номера есть такая маленькая кухонька, и каждый может себе здесь что-то приготовить. Этот отель стоит всего лишь $40 за ночь, этот номер. Здесь есть номера подешевле, но они находятся на втором этаже. В принципе, они тоже с кухней, с такой, но единственное, что нету прямого доступа к бассейну. Нам очень удобно, что Сара может купаться в любое время, выходить сама. Бассейн полностью в твоем распоряжении, можешь сделать с ним что хочешь. Первые впечатления у меня об острове положительные.
потому что здесь очень развита инфраструктура, здесь очень много людей, здесь гораздо чище, чем в Паттайе. Нету таких рамок островных, как в Самуи или в Пангане или на других островах. Я понял в итоге, что мне не нравится дикий отдых, и если ехать на дикий отдых с семьей, то это либо должен быть Кочанг, либо еще что-то. Копанган не подходит по той простой причине, потому что там собираются в основном тусовщики, а Котао там больше дайверы, и не знаю, он мне показался, наверное, чересчур маленьким и, скорее всего, тоже каким-то таким скучным местом, где нельзя развернуться, нельзя поехать туда-сюда. Еще в Пхукете очень большая конкуренция, и здесь можно найти такие места, допустим, даже отели где-то не в центре, а где-то на окраине или подальше, если у вас есть машина, мотобайк. Вообще очень дешево и очень хорошие варианты даже в новогодние праздники. А на островах, где допустим, тот же взять самый Самуи, то есть все, если там забиты отели на Новый год, то все, там все цены взвинчивают, либо вообще нету мест. В кафешках тоже все цены поднимают. А здесь можно, допустим, я удивился, то есть здесь есть такие места, которые не зависят, цены не зависят от сезонности. Вот я, допустим, вчера поехал, я подстригся вчера вот так, меня подстригли за 100 бат всего лишь. Она меня стригла очень долго, очень тщательно, целый час. А вообще я просто так проезжал в других местах, в туристических стрижка стоит 300, 400, 500 даже бат. А я просто отъехал, заехал в такое место, где живут тайцы, где никого нету. Точно так же с прачечными, с кафешками. Если вы заезжаете в какие-то такие места, где нет туристов, где тайцы не понимают английский, все, там можно спокойно, по нормальной цене купить и сделать какие-то услуги для себя. То есть в туристических местах и вот в каких-то таких глубинках очень цены сильно отличаются. Очень много иностранцев, а иностранцы, они у них другая экономическая ситуация в странах, и они, как правило, не считают деньги. Если им таксист говорит там с аэропорта на острове там проехать буквально несколько километров, там 2-3, может 5 километров, ему говорят там 500-600 бат, он соглашается, даже не думает. Тайцы очень любят тайский бокс. Честно говоря, я не знаю, почему и как у них это получается, потому что большинство тайцев, они, наверное, даже я бы сказал, что в Таиланде здесь у них матриархат, и тайцы, они более какие-то все такие нежные. И как они дерутся, боксом занимаются, я не знаю. Жене тайцы не нравятся вообще, потому что они ей комплименты не делают, за ней никак не ухаживают. И она говорит, что если мужчина, даже очень красивый, какой-то иностранец такой, если он выходит замуж, женится на тайке, то этот мужчина сразу автоматически падает в ее глазах. Здесь все тайцы разговаривают по-русски. Много денег, да? Много. Молодец. Да. Сейчас я вам покажу, сколько здесь что стоит. Это что? Грейпфрут. Грейпфрут. 280 бат. Давай, попробуем. Почти. Женя хочет попробовать дуриан. Давай. Очень дорого. Очень смаки. Очень дорого. Очень хорошо. Да. Но цена здесь высокая. Не могу дать. Вот, допустим, манго. Здесь одно манго 50 бат. А вообще килограмм манго стоит 50 бат. Это туристический какой-то рынок.
Здесь ничем не пахнет, никаких запахов нету, все цивильно. И все очень дорого стоит. Вот эти штучки, видите, здесь по 80. Я их покупал или по 30, или по 50, но вообще не дороже. Вот эти тоже. Дорогой рынок. Я просто зашел поснимать, показать, какие фрукты есть. Я не знаю, как они называются. Это не креветки, это что-то другое. Но они прям живые у них в аквариуме. Лобстеры здесь. Hello. Oyster. Oyster, how much? Oyster. Oyster for 1.75. Ага, окей. $2 стоит одна устрица тайская. Но я думаю, что она невкусная, потому что в Таиланде... This one same? А, окей. Эти $3 стоят. Я думаю, они невкусные, и все говорят, что они невкусные, потому что в Таиланде теплая вода, и они, в общем, должны жить и размножаться в холодных водах. А вот эти тоже что-то типа креветок, я их как-то пробовал один раз, они вообще невкусные. Мне, по крайней мере, не понравились. Устриц очень. Hi, hello. How much? One. Живой лобстер 1 килограмм стоит 1800 бат. Это $50. $50. $50 стоит один. За такие цены, в принципе. Hello. За такие доллары, за $50, в принципе, у нас в Алма-Ате можно поискать. Тоже так же живого купить. Вау! New year. Thank you. Thank you. Вообще большое. Все, валим отсюда. Нафотографировали мы здесь лобстеров, в общем, всяких. Уровень жизни в Таиланде не очень низкий, я бы даже, наверное, сказал, что он выше, чем в Казахстане, чем в России, и поэтому, в принципе, тайцам там не так уж и, в принципе, накладно там пойти за $50 себе купить лобстер. В Таиланде очень много богатых людей живет, и они могут себе позволить. В своем тарифном плане предусмотрен бесплатный безлимитный Wi-Fi, то есть я купил интернет примерно 400 бат, это около 15 или $10, и у меня в нем есть безлимитный Wi-Fi в общественных местах. Wi-Fi очень скоростной, около 40 мегабит получения передачи. Вообще в Таиланде везде, даже на каких-то островах, каких-то диких, далеких, маленьких, таких небольших высокоскоростных, интернет 40 мегабит, или там минимум 20-30. Я думаю, это связано с тем, что их бывший король, который погиб совсем недавно, в этом году, в 2016-м. Он любил увлекаться всякими радио... Ну, он был радиолюбителем, он любил фотографировать, то есть он любил увлекаться электроникой, поэтому в Таиланде очень хороший интернет, высокоскоростной. В Пикси, здесь в Пхукете, и нашли улиток огромных. Очень большие, больше даже, чем моя рука. Вот это вообще большая, гигантская. Да, вот это вообще гигантская. Она мертвая? Я думаю, их можно даже привезти, купить как сувенир. Сожрать все, что там есть внутри. А остальное привезти как сувенир. И цены в Таиланде на рыбу, на морепродукты везде одинаковые. Но... просто здесь больше ассортимент.
Здесь вот вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверное, сортов 20 разной рыбы. В Таиланде, конечно, очень красивые дороги, особенно вот эти перевалы. Но вместе с тем они очень опасные. Особенно если пройдет дождь или... Или наоборот, будет дождь идти. Сара говорит, сам это снимаешь, сам это смотришь. Еще здесь, что из опасностей. В такое время года, наверное, здесь достаточно много пьяных за рулем. И еще, я считаю, те люди, которые никогда не умели, не водили байк, они приезжают здесь, пытаются проехать. Сваливаются в канавы, в арыки и, в общем, могут в кого-то врезаться. Хотела еще раскрыть тему с полицией, сколько стоят штрафы, сколько стоят взятки. То есть, самый распространенный штраф – это, наверное, езда без шлема и без прав категории А. У меня есть все категории, даже я могу управлять грузовиком, поэтому... Для меня это никогда не было страшно. Вот видите, впереди полицейская машина, и стоят такие штучки, конусы. Они могут в любой момент здесь перекрыть, и невозможно будет развернуться, повернуть, куда-то поехать. То есть они всех будут проверять досконально. Самое распространенное — это езда без шлема, то есть туристы любят ездить без шлемов. Потом это вот без категории А, то есть если облава, проверяют права, проверяют, есть категория, нет категории, либо выписывают штраф, либо просят взятку, там будут в зависимости от того, как вы умеете договариваться, разговаривать. Наверное, 200 бат самое мало, что сейчас можно заплатить в виде взятки. Официальный штраф, по-моему, 400 или там что-то типа около того. Но если вы заплатите официально в полицейском участке, можно будет несколько... Ну, весь день точно можно будет ездить. Может, даже можно пару дней с этим ездить, что вот типа без шлема, но штраф оплачен, и уже все, как бы это, можно с этим кататься. Без прав то же самое. Вот, видите, скоро уже куда-то едет. Без прав то же самое. То есть можно заплатить штраф и, в принципе, несколько дней или там один день точно кататься без категории. Если кто-то хочет выпить и сесть за руль, это может вообще обернуться очень неприятно. Здесь у них этот вопрос решается либо за езду, в общем, в пьяном виде, там либо большой штраф, либо, по-моему, даже есть, если это систематически, там злостное нарушение, даже, по-моему, могут срок тюремный в виде наказания назначить. Но если полицейский останавливает водителя, и он дышит в трубочку, и там появляется красная лампочка, и потом повторное свидетельствование подтверждает, и если водитель не договаривается на месте, штраф там около... 50-15, может быть, даже 1000 бат. Если не договориться на месте, то не могут, а увозят в полицейский участок. И то есть там камера. Камера очень опасно воет. В полицейском участке есть камера предварительного заключения, куда помещают людей, которые были под воздействием алкогольного опьянения либо наркотического. И в этой камере человек ждет суда. То есть суд обычно на следующий день, но если
кто-то попал в эту камеру в пятницу, то он должен ждать субботу-воскресенье, пока суд до понедельника, потому что выходные суд не работает, и в общем, находиться там, я так думаю, ничего приятного нету. И по суду, если первый раз, то штраф около 3000 бат, официальный штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения. Наркотики, с наркотиками вообще все очень строго, лучше с ними даже не связываться, даже разговаривать про это не хочу. Здесь не так, как в ГУА, здесь полицейские очень, очень строгие. Если они берут взятки, они берут взятки, то эти взятки очень крупные. Если, допустим, там где-то в ГУА, в Индии, у меня спрашивали, где права, я говорил, права в отеле. Если хотите, поехали, покажу, то они меня отпускали. То здесь не так. Здесь нету прав. Платишь штраф, либо забирают, в общем, ключи от байка и все, короче. Здесь долго никто ни с кем не разговаривает, не церемонится. И все, что связано с алкоголем тоже, если наличных нету, они могут довести до банкомата, как мне рассказывали. Но нужно иметь вот при себе сумму, вот такую, около 10 тысяч бат взятка стоит за вождение, то есть $300 стоит вождение в пьяном виде. Но это обязательно должна быть алкотестер у них, это не у всех, не всегда бывает, но я думаю, сейчас в новогодние праздники будет очень много таких облав, именно вот в туристических местах, где туристы, которые любят выпить и покататься потом за рулем. Поэтому будьте осторожнее. Приехали на пляж Патонг в Пхукете. И здесь очень много людей. Такое ощущение, что это Одесса, или я вообще не знаю, даже какой-то другой курортный город. Может быть, это связано с тем, что сейчас здесь новогодние праздники или еще что-то, но людей очень много. Видите, погода портится, черные тучи пошли, но даже это не пугает ни туристов, вообще никого. То есть людей огромное количество. И это еще с учетом того, что половина из них ушло из-за того, что погода портится. Конечно, после того, как мы увидели такое количество диких красивых пляжей пустынных, нам на таких пляжах не очень нравится отдыхать. Женя говорит, что это, наверное, вообще самый ужасный пляж в Пхукете или вообще в Таиланде. А ничего то, что здесь все пляжи такие? Нет. Я думаю, надо куда-то ехать либо в сторону аэропорта, либо еще куда-то дальше отдаляться, чтобы можно было уединиться, чтобы меньше было туристов. Здесь очень много людей, очень много тайцев, очень много туристов. Да, и сейчас дождь еще пойдет. А вот так они здесь лед перевозят. Вот пикап загружают мешками со льдом и перевозят его с места на место. В Таиланде дождь может пойти внезапно, прям буквально стеной, и точно так же внезапно закончится, и прям вот буквально через полчаса, через час даже никто и не вспомнит, что был дождь, не останется ни луж, ни мокрых дорог, ничего. Я заметил, что многие туристы любят ходить пешком, здесь передвигаться, это не очень безопасно, потому что пешеходных дорожек нету. Тайцы и вообще наши туристы ездят как попало. Да. Я думаю, лучше взять мотобайк или велосипед на крайний случай и передвигаться на нем, потому что, на мой взгляд, это будет более безопасный способ. Хотя выбирать каждому свое, наверное. Вот здесь такая бухточка небольшая. Ну и вот этот пляж потом там остался.
Мы когда были в Паттайе и в Кочанге, мы там вообще не видели дождей. И все просили, вот бы дождь пошел, вот бы дождь пошел. И вот когда мы приехали в Самуи, нас там настиг прям вообще ливни такие ужасные. И мы кроме этого дождя несколько недель, 2 недели или 10 дней вообще даже ничего не видели. Ну вот сейчас пошел дождик, прям такой неплохой дождик пошел. Я не удивлюсь, что он сейчас скоро закончится. По джунглям вот оттуда мы приехали и по дороге вот здесь нашли такой пляж. Он очень чистый, там чистая вода. И на него можно попасть только через гору. Там нужно оставить свой транспорт и вот так спуститься. Только оттуда можно спуститься и туда попасть на этот пляж. Пляж называется Лаем Сай Бич. Он находится рядом с пляжем Сурин. Он очень маленький вот такой. Но очень милый, я бы сказал. Эти есть вот такие знаки. Это они сигнализируют о том, что вы попадаете в зону опасности цунами. И еще знаки указывают, куда спасаться от цунами, где точка сбора при цунами. Видите, дождь в принципе уже закончился, но люди спасались вот под храмом таким образом от дождя. Заметил, что в Пхукете очень много мусульман, очень много мечетей. Наверное, нигде вообще в Таиланде нет такого количества мечетей мусульман. Здесь на каждом шагу стоят полицейские. И такое ощущение, что перекрываться будет дорога. Перекрою сейчас дорогу. Да. Кто-то едет. Слышите? Потому что очень много полицейских было. И кто-то либо из правительства, либо еще кто-то едет. Вот эта полоса вообще вся, перекрыли ее. Первая машина проезжает. Проверить, все чисто. Если все чисто, сейчас поедет основная масса. Я недавно видео видел, как в Японии премьер-министр проезжает вообще по стране. Они вообще там не закрывают, не перекрывают. То есть он спокойно заезжает, проезжает, как все премьер-министры. С общими людьми, с общим потоком. Первый раз вижу такое в Таиланде. Всю дорогу просто взяли и закоротили. Помнишь, когда нам давали проезд, закрыли? Когда? Мы с тобой ехали тоже по трассе. Мы объезжали, они перекрыли часть дороги. Тут тогда праздник был. А сейчас не праздник, сейчас кто-то хочет проехаться здесь просто, и все. Вот, видите? Хайвей полис. Вот. А вот микроавтобус. Еще один микроавтобус. Джип. Чип, а вот чип, скорая помощь чип, легковушка и все, и это заключительная. Две хайвей полис проехали. Ну, крутых машин не было. Можно купить очень дешево питьевую воду. Это вот такой аппарат, он подключен к центральному водопроводу.
Но здесь несколько фильтров очистки и очень много разных фильтрующих элементов, поэтому вода здесь чистая. Если я не ошибаюсь, можно положить 1 бат. Да, вот 1 бат. И на 1 бат налить себе воды. Но это будет мало, поэтому я возьму 2 бата. Ну, там у меня разлилось чуть-чуть. То есть на 2 бата вот такая большая бутылка воды. Вообще в магазине такая 1,5 литра. Вообще в магазине такая бутылка стоит где-то 20-30 бат. 20, наверное. В кафе может 50 стоить. Вот такое место, Fresh Lemon. Лимонад Spa Products. Кстати, это здание сделано из 2 контейнеров. Вот один, второй контейнер. Да и вообще у них здесь много контейнеров. Они здесь делают из зелени какие-то продукты. Сейчас зайдем, посмотрим, что внутри. Lemongrass House. Они из лемонграсса здесь все делают. Да. Вот здесь разные средства. Сейчас уже не спросим. Косметические. И мыло здесь. И, наверное, шампуни есть всякие разные. Интересное такое место. Местечко стильное. И вот они, получается, вот так поставили 2 контейнера. Там они что-то в них стряпают. А сверху стоит тоже контейнер. Ну, им в этом плане удобно. Здесь нету зимы. Здесь ничего не надо утеплять. Поэтому они просто вот так сделали. Все. Массажное масло. Я хочу здесь чего-нибудь. Как раз палочки. Вот похоже на это. Это классно вообще. Сколько, интересно, стоит? А, это все по 350. По 10 долларов. Чай есть из лемонграсса. И вообще, мне кажется, здесь все посвящено лемонграссу. Thank you. Мы сейчас вот человека такого встретили. Он носит яички и арахис. С этим. Thank you. Мы купили за 20 бат 3 яичка, жареных на костре. Сегодня приехали на гору, на одну из самых высоких точек в Пхукете. Это Monkey Hill Sea View, Monkey Hill Viewpoint. Здесь очень много обезьян. Мы сейчас мимо них проезжали, мы проехали чуть выше. Вот там море, там тоже море, но здесь из-за деревьев ничего не видно. Мы сейчас пойдем туда назад, где мы ехали. Здесь очень много вышек, которые раздают интернет, сотовую связь. Мы оставили вот так машину. Сейчас проверим. Мы взяли с собой курочку. Сейчас проверим, едят ли обезьяны курицу или вообще птицу, мясо. Мне стало интересно. Покажем, какие обезьяны мы видели. Да. Маленькие обезьяночки. Они здесь вообще не агрессивные и не боятся. Эй, ну это мой провод, ты чё? Алло, это мой кабель, Сень. Будете рис? Ничего себе, не хотят рис, они не голодные. А чё? Не знаю. Кстати, вон того, что-то рука болит. Не хотят рис. Рука болит. Да не болит, он просто так. У них, заметил, у этих обезьян головы такие побольше, поумнее, кажется. Что, запарковываем одну? Одну? Вообще такие интересные. А вот пришел дядька. Здорово, мужик. Здорово. Чё? Не шути с ними. Почему? Скажи, ты не умный. Смотри, жопой взял, повернулся. Ты чё жопой повернулся?
А что ты бросил? Нормальная еда. Смотри, он руку дает, Жень. Да? Да. Что, ловить его? Он любвеобильный. Любвеобильный. Смотри, он что делает, Жень. Дикий динго. Это ты делался? Это ты? Ба? Окей? Уважа! Окей, ба! Стопор, ба! Я думал, обезьяны дикие, оказывается, здесь люди дикие. Да, 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 bad monkey, mafia. Мафия. Нафига они из них стреляют? Типа, говорит, плохие там какие-то мафии, обижают людей. А. Обижают людей. Он на него поссал теперь. Все, больше ничего нет, дружок. Капец, этот желтый соус им вообще никому покоя не дает. Они его понюхать открыть не могут. Ты самый любопытный, да? Да ладно, дай я тебе под руку. Папа, не идет арахис. Давай. Что-то он не хочет, она не хочет, по-моему, уже есть. Хочет, да? Она беременна. Она просто наелась. Я думаю, ну сейчас все бананы скормим. Пойдем, пойдем. Один остался. Ты что такой глупый? А? Или ты девочка? Ты прям вообще большая. Смотри, смотри. Вкусный банан? Зачем ты мою камеру хватаешь? Я понять не могу. О, маленький, маленький, на. У нее маленький полицей прям снизу. Держи палку, они боятся, когда с палкой. Не будут есть. О, а этот что здесь делает? У тебя и так много, дай мне чуть. Эй, Сара. Ты что такой серьезный? М? Не хочешь да, есть, что тебе я моя дочь дает? Я уже обожрался, пойдем, сидеть как умощь. На. А вот они дерутся, дерутся, драка, драка. Тут бабуины. Капец, здесь драка. Кипиш. Этот вообще большой пришел. И ты тоже не маленький, я смотрю. Чё вы ругаетесь, я не понимаю. Вот этот крупный такой прям. Это, видимо, их главный какой-то дядька. Он очень жирный, очень крупный. Будешь есть? Есть. Будешь? Чё ты такой злой? На, не злись. Поешь. Ч
что ты ко мне от меня отвернулся вообще? Я же с тобой разговариваю. На, поешь арахиса. Сара говорит, да не бойтесь, они не хищные. А как ты определяешь, хищные обезьяны или нет? Да чё? Да чё? Обезьяны очень сильно боятся палок, поэтому если вы приезжаете с ребенком или просто сами боитесь обезьян, возьмите в руки палку, и к вам обезьяны вообще подходить не будут. И... Спустились вниз с этой горы и заметили, что здесь сидит обезьяна, на ошейником зацеплена. Непонятно почему. Она мне руки дает и вообще хочет ко мне пойти. Смотри. Ой. Ты хочешь на меня запрыгнуть? Она хочет на меня запрыгнуть. Да, да, да. Да. Нет, Сара, смотри, как она. Смотри, она берет эти очки. Ой, какая сильная. Звёздочки. На-на. На, банан у меня есть. Ну нафига тебе очки, дура? Смотри, как сердце. Да-да, на. Очки отдай. Ну отдай очки. Да ладно. Смотри, смотри, как. Меняйся. На. На. Очки дай. Очки дай. На. Кыш. Сара, подожди, не мешай. Не мешай. Смотри, какая помада. Ой, смотри, губы красить. Смотри. А ты мне помаду. Да ладно, что ты? Да ты же добрая, давай. Что ты так смотришь? Давай, на. Смотри. Смотри. Она что, их хочет сломать? Давай. Помаду дай мне. Не, сейчас я по-другому сделаю. Сделаю палку. Дай сюда очки, пусть. Короче, не подходите с очками к этим обезьянам, которые привязаны здесь. Они здесь не просто так привязаны сидят. Поменяли эти очки на помаду на Женину. Там тайцы, я так подозреваю, что специально посадили ее в эту бочку на цепь. И надрессировали так, чтобы она срывала там с людей очки, там телефоны, еще что-то. Украшения, я думаю, да. И потом они ее поощряют как-то и забирают это. Потому что, когда у меня она забрала, сразу подбежала продавщица там напротив, продавала и говорит, типа она этот кусается, этот, все, идите, короче. Пока она этот не разбила их. Да? Еще были у Сары тут вот эти бусики могли дать. Она на бусики, наверное, напалилась конкретно. Ну. Она аксессуары срывает. Че, он живой? Да. Вот а? Все написано. Он просто. Где? Вон видишь. А? Ну вон, ты не видишь по-английски. А, вот, да. Он спит, он видит хорошие сны, вы можете с ним сфотографироваться и так далее и тому подобное. Мне кажется, какого-то слона взяли специального, пичкают его снотворным, и он валяется здесь, спит. Сара, будешь гладить? А если он сейчас ему приснится что-нибудь? Сара, это маленький. Сара, не бойся. Садись. Давай, иди ко мне. А мне кажется, его напичкали чем-то снотворным каким-то или еще чем-то. О, он глаз открыл.
чуть-чуть вниз, там можно посмотреть, как слоны принимают душ. Там как на них катаются. Но мы не будем этим делом заниматься, потому что нам не нравится смотреть на то, как мучают слонов. И поедем дальше. Люди катаются здесь на этих квадроциклах. Ничего интересного нету, потому что по пересеченной местности никто не едет. Они так же едут, как мы, по дороге. Поэтому ничего там особенного. И на слонах мы тоже не катаемся, потому что нам слонов жалко. Потому что они их, когда забирают с неволи или еще откуда-то, они их дрессируют. Ну, один раз прокатились, и все, больше не будем. Они их дрессируют, заставляют приседать, тыкают палками. Поднялись на самую вершину. Здесь Будда. Вот здесь написано большими буквами, что вход бесплатный. И дресс-код здесь еще есть. Девушкам нельзя с открытыми плечами и с открытыми ногами. Такая штучка, которую надо потереть. И если она издаст звук, то это будет свидетельствовать о том, что типа мысли и разум чисты. Оказывается, Стив Джобс и вот даже Альберт Эйнштейн и вот Камасутра, это все связано с буддизмом. И Анджелина Джоли, Киану Ривз. Одна из самых высоких точек Пхукета. Возможно, даже самая высокая. Отсюда видно и все пляжи, и вообще весь Пхукет. И даже близлежащие острова видно. На самом деле очень большое. Фотографируется на фоне Будды. Как раз так получилось, то, что мы пришли, и проходит какая-то молитва или служба. Здесь очень много веревочек. Эти веревочки нужно обматывать вот так между головой. Здесь написано, что Будда не продается и не покупается, и типа, ну, нельзя неуважительно использовать вот такие всякие статуэтки, лампы, там подушки, подставки для цветов в виде Будды. Каемся, и вот обратите внимание, тайцы любят вот так ехать. Там буквально дистанция, наверное, метра два максимум. Они прям вот прижимаются до такой степени близко. Там машины. То есть, если я его даже пропущу, он не сможет никуда проехать. Но он все равно прижимается как бы так близко. Я уже вот это обратил внимание первый раз. Если я резко нажму на тормоз или еще что-то. Сейчас я его пропущу. Не хочет. Если я резко нажму на тормоз, он обязательно ко мне заедет. Давай, беги. Бегас. Туристик. Здесь такие вообще дороги опасные. Вот они вот так едут. Друг прям после друга. Такое ощущение, что им так теплее. Да, Жень? Что, тебе понравилось? Сколько едут на Биг Будду? Ну, разнообразие хоть какое-то, нормально. Но я бы специально не поехала. А ты? Если бы я не повез бы, да? За деньги специально, в смысле? Ну да, с туристами. Вот какой-то птичий. Да это шоу, там мучают. Вот здесь есть такое bird show, потом snake show. Это здесь мучают змей, мучают птиц. Поэтому я. Там можно подержать. Да, можно птиц погладить, подержать, но это все для птиц мучение, потому что они здесь живут в неволе. Змеям вырывают зубы, и они живут недолго. Приехали в одну из самых южных точек. Здесь тоже возвышенность, такая смотровая площадка. Очень много китайцев, говорят, здесь красивые закаты. Сейчас пасмурная погода, поэтому закат мы вряд ли увидим. Вау! Здесь такое количество слонов огромное, статуи слонов. Я не знаю, кто это все сюда принес и зачем они это сделали. Но здесь очень много слонов.
деревянные и бетонные, всякие разные, какие угодно. Я думаю, это связано с тем, что там наверху статуя Будды, и эти слоны, они как-то ее охраняют или еще что-то делают. Это юг, значит, закат должен быть где-то там. Ну, сейчас мы ничего не видим, потому что плохая пасмурная погода.